Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Калинка Малинка». Сейчас в Крыму 7 часов вечера, 9 февраля. А гидрометцентр, я сейчас посмотрел, показывает, что ночью будет минус 10, а в 7 часов вечера уже минус 14. Пришел я в нашу тепличку. В Крыму сегодня 10 февраля, час дня. Солнце вышло, температура воздуха приблизилась к нулю. Вот, сейчас посмотрим, что у нас творится в теплице. А в тепличке у нас уже почти 26 градусов тепла. Минус 15 температура ночью была, мы вставали. Мороза, то есть перепад получается в 40 градусов. Сейчас будем думать, наверное, опрыснем каким-нибудь антистрессантом нашу ежевику. Всего у нас 4 теплицы с ежевикой. Заметил такую особенность, что кажется, что почка просто даже днем из-за того, что слишком тепло, зеленеет просто прямо на глазах. Везде зеленеет на глазах. И удивляюсь. Здесь теплицы и в другой с локтеем по 2 пушки стояли газовой. Мы подсчитали, что за 15 часов работы днем мы отключали. У нас 15-киловаттная пушка маленькая и вот это побольше. 30-киловаттная пушка съедали на 1750 рублей газа. Ну вот, 1750 умножьте на 2, получается, что 3500 в сутки нам обходилось отапливать каждую ночь. Ну, будем сравнивать. Две теплицы не отапливались, просто были агроволокном. Если они покажут результат без отопления, просто с агроволокном, значит, может быть, и не нужно было отопить. Все познается в сравнении. Вот такой вот у нас непостоянный Крым с погодными условиями. Вот так, ребятки. С вами была Калинка Малинка. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.